Всем привет! Вы на канале «Современные родители». Сегодня я представлю вашему вниманию обзор на коляску Verdi Mokka 3 в 1. Для начала рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Об актуальных ценах и наличии в магазинах вы узнаете, перейдя по ссылкам в описании видео. Буду рада, если вы поставите лайк этому видео и поделитесь своим мнением в комментариях. Начинаем! Многофункциональная коляска Verdi Mokka 3 в 1 включает в себя прогулочный блок, автокресло с рождения и люльку. Она имеет 20 цветовых вариантов исполнения корпуса. Ручка, регулируемая по высоте, обшита эко-кожей. Конструкция коляски выполнена из алюминия. Обивка и матрасик для люльки изготовлены из бамбуковой ткани. В нижней части рамы имеется корзина для покупок, закрываемая на застежку молнию. Шасси оснащено большими гелевыми колесами, обеспечивающими хорошую проходимость коляски. В комплекте помимо трех основных блоков идут вместительная сумка, дождевик и москитная сетка для защиты малыша от непогоды и насекомых, а также держатель для бутылочки. Шасси коляски оснащены легким механизмом складывания и раскладывания, а люлька, прогулочный блок и автокресло имеют реверсивную установку. Большая удобная люлька имеет внешнюю регулировку поддержания спинки, дополнительную вентиляцию и расстегиваемую заднюю часть. Прогулочная коляска оборудована регулировкой спинки, солнцезащитным капором с расстегиваемой задней частью, практичной подножкой для ребенка с возможностью ее плавной регулировки, многоступенчатой регулировкой козырька, пятиточечными ремнями безопасности и возможностью реверсивной установки блока по ходу и против хода движения. Автокресло, предназначенное для малышей с рождения, может быть установлено на шасси коляски при помощи адаптера. Сама по себе автолюлька имеет трехточечные ремни безопасности с возможностью регулировки их высоты, регулируемую ручку для переноски кресла, отстегиваемый козырек, чехол для ножек, дополнительную вкладку для новорожденного, снимаемой обивкой и крепление для установки на базу Isofix. Я проанализировала отзывы реальных пользователей и нашла несколько отрицательных. Очень тяжелая, трудно поднимать. Капюшон поднимается достаточно громко. Кнопка на сумке постоянно расстегивается. Теперь речь пойдет о положительных отзывах, которых оказалось немного больше. Шикарное качество. Полная комплектация. Очень стильно выглядит. Практичная отделка из эко-кожи. Очень маневренная. Легко чистится влажными салфетками. Очень мягкая амортизация. Непродуваемая. Хорошая проходимость. Благодарю за просмотр. Не забывайте, что ваши лайки и комментарии – это лучшая поддержка для меня. Напомню, что ссылки на выгодные предложения о покупке я оставлю в описании под видео. А чтобы не пропустить выход новых видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. На этом у меня все. До скорых встреч!